Всем привет, дорогие друзья! Вещает и транслирует Хакман. Продолжаем с вами прохождение The Outer Worlds, одно из лучших RPG прошлого года. Если помните, в прошлый раз мы улетели с Эмеральд Вейла и попали на корабль первопроходец, и там получили очень много заданий, разбросанных по разным планетам. Сегодня мы будем выполнять. Поехали! Также мы взяли на свой корабль еще одного члена экипажа, но пока мы его не задействовали. Подобрали в порту какого-то парня, который не знал, чем заняться. И от скуки долбанул своего шефа какой-то электрической фигней. Так. Долго, однако, прокружается все. Так. Посмотрим, что у нас с заданиями. Пропуск куда угодно. Это главное задание. Купите новый ключ. Гледис, да? Так, расспросите Ада про автоматон Сэм. В кладовке на верхнем ярусе нашелся нерабочий автоматический уборщик. Осмотрев автоматон, вы нашли на нем аббревиатуру СЭМ. Но и только. Возможно, Ада что-то подскажет. Да, кстати, это, возможно, еще один наш член экипажа, поэтому, я думаю, нам надо его выбрать активным, это задание. Погнали. Ада. Я забыл, кто это Ада. А, это наш это какая? Наша оболочка в корабле. Ну как? Помощник. Пойдем спросим. Не, ну с андроидом, кстати, будет интересно ходить, а еще интересно, если он будет разговаривать. Наверняка какие-нибудь колкие шуточки будет отпускать. Так, разговаривай со мной. Чем могу вам помочь? Знаешь что-нибудь о том автоматоне, который собирает пыль в помещении для уборщика? Уборщик Сэм. Хортон доставил его на борт несколько циклов назад. Я уверен, он планировал его модифицировать. Алекс составил запись, в которой говорится о том, как он улучшил Сэма. В каюте капитана есть терминал, в котором могла остаться информация о том, что необходимо сделать для восстановления функции Сэма. Пока-пока. Так, как у нас идет трансляция? Пока все хорошо. Отлично. Пойдем. Кстати, где наш младший научный сотрудник? Где наш новичок? А, ну хотя да, мы же с ним разговаривали. Что двигло? Двигло в порядке. Пойдем посмотрим. Вот он, может он какое-нибудь задание скажет нам, нет? Good to see you, boss. Рад тебя видеть, босс. Нет, разойтись нам не надо. Это 100%. Так, стоп, а чё я? А, вот наш кают. Терминал. Здравствуйте, капитан. Поиск термина Сэм. Прочитать первый результат поиска. Заметки по эксперименту. Не забудь, во время прошлой вылазки в Эмеральд Вейл ты нашел на свалке списанного автоматона для санитарной электроуборки и мусороудаления. Думаю, будет нетрудно его починить, а заодно установить парочку крутых модификаций. Уже не терпится прикрутить к нему боевые и назвать его машиной для убийства. Чистильщиком будет весело. Ну да.
Стандартная деталь бак с мылом успешно демонтирована. Доставка боевой детали бак с кислотой задерживается. Проект откладывается на целых 3 месяца. Не то чтобы у меня было полно важных дел, хотя нет, их у меня хватает. Так, об этой доставке можно забыть. Деталь потеряли во время транспортировки. В ближайшее время ее не привезут. Но есть хорошая новость. Один знакомый, который знает девчонку, которая знает одного брокера, за баснословные деньги поделился информацией на местонахождение бака с кислотой, который можно стащить. Детали отправили на старый склад в Роузвей. Никогда бы не подумал, что вернусь в эту дыру. Тетушка забросила много лет назад. Подберу его во время следующей вылазки. Ага. Окей. Что тут еще есть интересного? Пожалуйста, выберите интересующую операцию. Уменьшающий луч, импульсный молот, черный рынок. Так. Ничего тут не дадут мне. Никаких заданий. Походу, не дадут. Так, найти научное оружие Финиаса, найди научное оружие на первопроходца. Итак. О, Феликс у нас. Феликс Порватель. Феликс у нас получил повышение, так сказать. Убеждение. Он у нас кто? Убеждение, скрытность, скрытие замков. Блин, да хрен его знает, что с ним надо делать. Так. Максимальный запас здоровья. Давай тоже здоровье повысим. В ближнем бою. Ну да. Повышаем ему здоровье, как бы. Здоровье навсегда нам пригодится. Скрытие замков плюс 5, блок плюс 5. Защитные навыки плюс 5, навыки ближнего боя. Ну давай оденем тебе. Стоп, или это наше? Так, стопэ. У нас-то там какой? 29 уровень, 18. Так, у нас девка хотя бы в чем, да? 16, 18. Или викарий. 15, 18. Да давай тебя тоже оденем, фигли, чтобы вы были все в одной форме. Давай тебя приоденем, так сказать. Шлем, конечно, тебе не особо идет. Ладно, ходи с этим. Так, у нас по-прежнему задание. Уборочная машина. Найдите бак с кислотой. Деталь из Роузвей. А Роузвей — это планета или что? Надо посмотреть. Так, Монарх, Терра, Гефест, нет, а Роузвей, что это? Оно куда показывает вообще идти? Стоп, куда идти-то? Бак с кислотой. Я не понял. А где обозначение-то? Ну-ка еще раз. Цель. Цель не обозначена, кстати. И тут не обозначено. А куда идти-то? Хрен его знает, да? Я понял. Короче, пока заморожено. Это задача. Блин. Так. На терминале Хорт на капитанской нашли запись, повествующую о попытках
превратить автоматон Сэм в оружие. Хотел заменить заводской бак для моющего средств на бак с кислотой, но так и не забрал эту деталь из Роузвей. Где этот Роузвей? Что это вообще такое? Место, регион. Космос. Короче, ее надо найти. Ладно, раз это пока откладывается, идем дальше. Найдите научное оружие на первопроходца. Нашлись записи, упоминающие одного ученого с первопроходца, который хвастался тем, что исследовал какое-то мощное оружие. Возможно, на станции можно узнать больше. Найдется лавка Гледис, где можно найти полезную информацию. По всей видимости, она уже помогала контрабандистам в прошлом. Гледис. Пошли, Гледис. Так. Пойдем, Гледис. Возьмем с собой пацана. Стоп, а что такое? В лабораторию Финиса надо ехать. А зачем? Гладис, я же знаю где. А, это типа два, двойное, понял. И туда еще есть. Я вас понял. Так, стоп. Давай уже модификации-то понатыкаем. Так, тут у нас все установлено, типа, правильно? Тут как бы тоже. Автомат. Магазин. Гироприцел тоже установлен. Дальше. С чем у нас пацаны ходят? Не, ну блин. Гранатомет. Ствол весельчак. Магазин не установлен, да? Вот, отлично. Магазин установлен. Так, теперь 37. Дробовик. Тактический дробовик. Так, а кто у нас с чем ходит-то вообще? Так, Феликс у нас ходит с гранатометом. Это мы его улучшили, кстати. Ну, у гранатомета у нас тоже есть урон 91. А у Феликса урон 117, между прочим. Тяжелые патроны. А почему у него 117, а у меня 91? Семьдесят два размер магазина. А у этого тоже 72. Секунду. Так я же вроде свой улучшил. Ну, это же мой. Мой. Плюс критический урон плюс 25%. Урон 91, урон 117. Ствол весельчак. Хушитель. Ствол весельчак. Дальношум, урон. А в чем? Глушитель. Шум при стрельбе. Так. Установить модификацию. Маг 2 шок. Да, значит, на нем какая-то еще модификация стоит. Знаешь что, друг? Давай-ка мы с тобой поменяемся.
ты мне отдашь эту пушку, Феликс. Да, Феликс, ты мне эту пушку отдашь? Чем тебе ее заменить-то? Давай вот этим. Не, ну а то фиг ли я с таким этим хожу. 117. Вот. А ты у меня возьмешь вот эту куколку. Ты же, я думаю, не обидишься на старшего по званию. Не обидится. Ну, я так и знал. Так, что у нас есть еще? Порвать у нас ходит с обрезом. Без модификаций. 14 на 12. Блин, у меня такой уродский урон. 19. Надо и что-нибудь дать. 21. Вот, давай тебе вот это дадим. Плазменная винтовка. У нас, кстати, тоже плазменная. Нет, у нас не плазменная. Короче, вот тебе плазменную винтовку дадим. А викарий у нас ручной пулемет. Ну, пусть с ручным пулеметом ходит. Так, значит, Феликс, с ним разобрались. Плазменная винтовка, но тут, по-моему, Джок. Где она тут? Установить. Урон в минуту. Выстрел в минуту. Размер магазина. Так, тип урона электрический. А сейчас у нее какой? Плазменный. Ну, давай вот это установим, модификацию. Вот, чтобы магазин был. И дальность поражения. Вот так, отлично. Так, и... ручной пулемет. Что у нас тут есть? Тип урон электрический. И все. Ну пусть пока с этим походит. Так, отлично, пошли. Давай тебя возьмем. Раз уж ты у нас викарий, книжки читает. Ну пусть читает. А мы пока возьмем так. По своей базе теперь в другом статусе походит друг наш. Чё, бегут? Бегут, пацаны и девки. Еще один автомат. Не, ну мы тырить все подряд-то не будем. Я думаю, лута нам и так хватит. Как-то у нас ребятки отдыхают. Блин, даже ничего нет. Нечем поживиться. Так, куда я пошел? Не туда. Вниз. Ну, где ты там? Вот она. Закон всемогущий, здесь жарко или у меня опять щитовидка барахлит? Так. Еще кое-что хочу спросить. А чё это, ну нифига не это самое? А
Anytime, sweetheart. Как скажете, знайди меня в одни. Вот, возьмите конфетку. Take a candy with you. Подожди. Ну, я пришел к тебе. It's almost time for today's episode of the Chairman's Children. Care to listen with me? Yes, dear. Да, дорогушка, приложение заинтересовало. Тебе достать 10 тысяч битов, это возмутительно. Сходить погибнуть ужасно, всегда можешь попробовать сесть в каскаде. Насколько ужасно. Выбирать, что душа вод, мародер, дикие звери, кислотные озера, бездонные помоины. И сходить погибнуть в каскаде к вашим услугам. Посадочная площадка на монархии. Чтобы так попасть, даже новый ключ не нужен. Она в нескольких километрах от Stellar Bay, а Монарх вообще не очень безопасное место. Так. Я хочу поговорить про интересный вариант. Хорошо, знаете, Эдна из инженерной службы. Она мне порой передает сообщения, которые могут оказаться любопытными. Она прислала мне сигнал бедствия, запись которого вырвала из модуля связи первопроходца. Тут, что интересно, оно с аванпоста Роузвей. О, Роузвей, который тетя Клео оставил много лет назад. Ну-ка. Точно не знаю, может, его и не забрасывали. Заброшенный аванпост. Думаю, там привидения водятся. Центры связи сами по себе не работают. Кто-то должен был сигнал отправить вручную. Корпорации вообще хитрее, чем все думают. Это могло быть хитростью, которая должна отвадить остальную часть коллегии. Может, сообщение отправлено автоматически? Я ей доверяю. Мужчин Хан совершенно не разбирается, но технику знает она отлично. В общем, кто-то там есть. Если кто-то обосновался в Роузвей, то им есть что скрывать. Если это корпоративный город, в котором что-то скрывать, то зачем же подавать сигнал бедствия? Может, у них беда из-за того, что они скрывают, и теперь им нужна помощь, чтобы все исправить. Если найдете секрет, который можно продать, я попробую подыскать покупателя. Корпоративные шишки хорошо платят за информацию о своих конкурентах. Чем больше корпорации бодаются, тем меньше они лезут в наши дела. Значит, вам нужен кто-то, кто все разведает. А вы легки на подъем, мне это нравится. Если вдруг вы ответите на сигнал бедствия и потом получите доступ к каким-то корпоративным секретам, то... Значит, мы должны побеседовать за чаем с моим знаменитым печеньем. Да хранит вас закон ваши атомы. Вот копия сигнала бедствия с координатами. Не забудьте заглянуть к старой Гладис, когда закончите. Ну-ка, что у тебя есть? Давай, открывайся скорей. Пушки есть какие-нибудь интересные? Дерьмо. Херня. Модификация брони. Я вот только не знаю, надо ли модифицировать броню мне. Так, насчет вашей мудрости собрана в течение жизни. Прямо к делу, да? Ладно, ладно, пускай так. Коллеги не контролируют, протоходящие жары, чем заниматься, чем коллеги отзывают новые ключи. Давайте про жару узнаем. Радиатор на первопроходце никуда не годятся. Несколько недель уже страдаем. Мисс Дзюнлей должна их починить, но коллеги всячески ей мешает. То есть, коллеги не будут долго терпеть тех, кто не подчиняется ее воле. У них всегда есть то один план, то другой, как починить нас себе. Сейчас скажут, мучают нас жарой. Позор. Ничего у них не получится. Первопроходец будет свободным до самого своего последнего дня. Вы говорили, что коллеги не контролируют первопроходец. Да, это единственная независимая станция во всей колонии. Насколько это продлится, не знаю. Все зависит от мисс Дзюнлей. Блин, да это я уже видел. У них всего
один план, другой. Это я уже читал. Чем ты занимаешься? Немного тем, немного этим. Покупаю, продаю вещи, которые требуют особой осторожности. Безделушки, сувениры. Еще я вижу подушки, набитые волосами знаменитых игроков в тазбол. Но это больше как хобби. Это не из-за вас, Берти, черная дыра побрил голову перед последним матчем. Кажется, мистер Холком все равно выиграл. Но ведь вы об этом не хотели поговорить, да? Так, вы знаете, где мне сказать? Значит, пока ты мне ничего не расскажешь. Хорошо. Ну что ж, поехали на Роуз. Как, что-то там? Глэдис. Оружие Финиаса. Блин, это сортир. Погнали отсюда. У меня на корабле есть координаты. Сейчас мы туда и отправимся. Но на ту планетку, которую она посоветовала, я бы думал тоже отправиться повоевать. Денежку подзаработать там. Я думаю, это нормально. Блин, надо было быстрое перемещение делать, но ничего. Так. Вернулись отдохнуть? Исследование космоса — тяжкий труд. Ну, конечно. И где оно? Координаты, она сказала. Оружие бездны. Так, про Гладис, окей, сигнал бедствия. Вот. Посмотрите запись сигнала бедствия у себя на корабле. Это, наверное, в каюте надо, да? Нет, здесь. С возвращением, капитан. Я получил сигнал бедствия, можете его воспроизвести. Здесь везде внутренности и смерть, повсюду. Пальба скрежет зубов, беззаработные. Если вы это слышите, ради закона, вышлите нам помощь. Постойте, что? Нет. Corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are. Корпоративные протоколы требуют указывать имена ключевых сотрудников во время отправки сигнала бедствия. Список имен в приложении: Антон Крейн, Вон Кортес и Орсон Шоу. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes. Мне нужен капитан, чтобы управлять кораблем. Без капитана или экипажа у меня нет цели. Капитан Хортон был уважаемым контрабандистом. Я не смогла предвидеть, к чему приведет его безрассудное поведение, а должна была. Пока мы путешествовали, Алексу нравилось, как он сам говорил, корпеть над моим улучшением. Берегите себя, бежи к пьян, смогу управлять кораблем. Хорошо. Чё, где там? Сюда, да? Тера 2. В итоге. Посадочная площадка Роузвей. Полетели. Находимся прямо над Роузвей. Че, возьмем бравого пацана, а священник пусть останется здесь. Да. Роузвей.
Так. Нет охранников, мне здесь уже нравится. Так, транспортная система. Ставьте катер с удостоверением капитан, чтобы начать удаленную посадку. Терминал, короче, нам ничего не скажет. Больше тут ничего нет. Ну что ж, пойдем спускаться. Как тут обстановочка? Все ярко, цветно. Красиво. Торговый автомат. Тут много торговых автоматов. Пойдем посмотрим, что продают. Меня интересует оружие. Тяжелые боеприпасы. Еще броня меня интересует. Но броня так себе, если честно. Так, ты что мне предложишь? Тяжелые боеприпасы мне нужны. Так, броня, 20% скидка, это отлично. О, какая-то электризатор поверхности. Сколько автоматов тут? Вот, броня плюс 22, это отлично. Уклонение плюс 7, скрытность плюс 3. Так, у меня 4000, а это стоит... Да, в принципе, оно недорогое. Боеприпасиков также возьмем. 250, во. Так, пестики. Тут, походу, оружия нет. Ладно, чё ж, пойдем. Есть тут еще что интересное. Ого. Это же отлично. Такими вещами разбрасываться нельзя. Погнали, пацаны. И девушки. Тактический дробовик. А где он? Обрез, вот он. Капитан, здесь следы укусов. Короче, зверьё здесь, да? Надо держать ухо востро. А чё там покачивается? Там что-то походу происходит. И как-то подозрительно тихо. Рапидом учителю. Пожалуйста, отойдите с дороги. Препятствие коммерческой деятельности карается штрафом. 10 тысяч битов. Пойдем развалим этого. Ух ты, их тут нет. Кислотой шмаляют, ты смотри. Они их, короче, лупят. Хрен меня напугал. Тут, походу, одна животина осталась. Картридж с битами. Так, старый дневник. Я пишу тебе на случай. Папа, если ты найдешь способ вернуться, прости, не удалось тебя встретить. Нас переводят из города всех вообще. Не знаю, куда мы попадем. Надеюсь, что у них там лаборатория не хуже, чем в Роузвей.
Мы ведь отлично работали, настоящей наукой занимались хоть когда-то. Не знаю, зачем нас переводят, не знаю, когда мы теперь увидимся. Очень прошу, сожги этот дневник. Окей. Спать. Нет, спать мы не будем. Это точно. Еще какие-то записи. Ладно, пошли. Нам вообще туда. Давайте еще тут осмотримся. Может быть, что-нибудь тут есть. Лутик какой-нибудь. Конечно, есть. Тут все раскидано. Бери, как говорится, не хочу. Но надо держать ухо востро. Животинки тут, я смотрю, полно. Давай-ка мы вместо пистолета возьмем вот эту вот штучку. О, когда дадим ей, если что. Так, ну туда мы пока не пойдем. Чё это за робот? Чё с тобой? Понятно. Блин, всё закрыто. Автоматик возьмём. Блин, как тут тихо. Там, походу, кто-то есть. Ой, здесь дверь открыта? Нет. Чё такое? Розовый премиум. Чё-то там. Не вижу. Что конкретно? Эти рептидоны. Так. Блин, сколько тут всяких трупов. Вот за это ты мне не нравишься, босс, всегда сторонишься. Чего-то там не понял, чего. Да ничего я не сторонюсь. Ладно, заходим. Розовый. Все наготове. Опа-на, Берке. Нет, это не враждебный пацан. Явно не враждебный. Сейчас побазарим с ним. О, защитный шлем улучшенный. Что тут делаешь, друг? Все, с меня хватит. Я просто охранник. Мое дело ходить зад вперед. Никто не говорил, что придется с раптами драться. Что случилось? Врубилась тревога. Рапты оказались на свободе, так что я убежал отсюда, а сюда. Чтобы между мной и зверьем была стена. Кто здесь главный? Антон Крейн, ученый. Он запаниковал и заперся в центре связи. Что ты делаешь снаружи? А ты как думаешь, я должен посадочную площадку стеречь? Стоял там на открытом месте. Нормальная была работа, пока все это не началось. Ты понял сигнал бедствия? Отсюда? Черт, а мне говорили, что так нельзя. Ладно, я просто делаю, что велено. А подавать сигнал мне никто не приказывал. Пока помню, тетя Клео делает лучшие лекарства в Алкионе. Даже лучше на натуральных, а вот у просто космоса полная дрянь. Спасибо за совет. Зайдем к тете Клео обязательно. Потому что мы не раз ее тут встречали в разговоре. Лавренс корпорации. Че скажешь? Привет. Продолжай. А, понял. Так, нам туда. Давай осмотримся.
Так, это у нас Rose Communication Room. Ну-ка, пойдем. Ты кто? Антон Крейн. Вот он. Если вы здесь, чтобы меня убить, давайте уже. Или вы не один из них? Вы послали с него в бедствие. Да-да, Антон Крейн, научный руководитель лаборатории. Прошу прощения, если мой сигнал вас отвлек. Я боюсь, поддался панике. Сейчас все уже под контролем, честно говоря. Вы прячетесь в заброшенном городе. Пиджаки так часто делают, босс. Они всего боятся. Не знаю, можно ли винить человека за то, что он пытается выжить. Нужно сначала выслушать, а уж потом судить. Так что здесь случилось? Нападение, думаю, оно связано с природой ведущих исследований. Но зачем от меня сигнал бедствия? Мои исследования могут не совсем вписываться в рамки закона. Так что я должен соблюдать радиомолчание. Когда тебя используют в качестве мишени, образ мысли несколько меняется. Я отключил сигнал, как только смог успокоиться. Организация не должна знать, что есть проблемы. Мне кажется, не хотел бы немедленно узнавать о всяких неприятных тебе еще запугивания 30. Рассказать мне, что здесь произошло, иначе они все узнают от меня. Давай запугаем. Блин, замок. Мы расходный материал. Нами можно пренебречь, если что-то случится, нас не жалко. Бесспорно, нам бы не хотелось, чтобы что-то случилось. Нет. Можете глумиться, но мы сами на это согласились, зная риски. Тем не менее, вы позвали на почту, не хотите подробно об этом рассказать. Может быть, если сможете доказать, что вам можно доверять. То, что вы прибыли сюда, заставляет меня подумать, что вы не против рискнуть жизнью, если плата будет достойной. Что надо сделать? Несколько часов назад на нас напали какие-то сволочи. Расстреляли лабораторию и выпустили на волю подопытных животных раптидонов. Если эти кретины доберутся до моих документов, мне даже пивать не нужно будет. Надавим. Пожалуй, в этом есть логика. Хуже ситуация уже не станет. Ладно, перед нами поставить задачу разработать новую и более совершенную формулу зубного геля. Это все из-за зубной пасты. Важность гигиены сложно переоценить. Я могу продолжить. Изучая пищеварительные ферменты, мы разработали добавку, подавляющую аппетит. Всего лишь зубная паста. Это не просто зубная паста, самая лучшая. Жизнь этого не стоит, даже если бы это было лучшее ракетное топливо. Хватит слов, я ликвидирую кретинов и спасу ваши документы. С раптиданами тоже разобраться. Да, только не убивайте матку, если это возможно. Нам потребуется для восстановления популяции в лаборатории. Должен быть газ, чтобы с ним справиться. Документы в сейфе в моем кабинете. Вам потребуется код и ключ-карта. Вход в лабораторию на склоне холма. Если пойдете по дороге, то не пропустите. Пройдете мимо городского офиса архитектора Джеймсон. Он же в старой лаборатории. Что за Джеймсон, мой помощник? Я отправил забрать метаболические прекурсоры и забыл про него. Я его найду. Это было бы здорово, меня успокоил, ведь я должен следить за благополучием всех ученых. Сколько заданий-то? Слишком много утрачено. Слишком много черных меток в моем личном деле. И слишком много бумажной работы. Буду благодарен, если вы не примете мою амбициозность за черствость. За что мне принимать за страдания? Если мои коллеги отказываются дорожить своими жизнями, почему я должен это делать? Они только знают, что жаловаться. Они отказываются видеть возможности, которые нам здесь открываются. Я понимаю, что могу показаться эгоцентричным манипулятором. Мне всегда приходилось с этим считаться. Придется поверить на слово. Так, ну чё ж, он нам все рассказал и показал. Вон Орсон
и данные Антона. Так, сигнал бедствия. Найдите документы Антона, поищите секреты Роузовой. Рак пасти в шару. Найдите сейф Антона. Ликвидируйте бандитов, разберитесь с рептидонами. Давайте вот это вот. Пойдем оружие бездны. Рак постигший Роузовой. Нам сюда пошли. Этого Крейна что-то там исследование. Блин, не успеваю читать. Пошли. Сады Роузвей. Единственное, за что я переживаю, то, что у нас не так много патронов. Вот. А патроны, они всегда нам будут нужны. Сейчас пойдем потихонечку. Но тут слишком тихо. Я чувствую, будет жарко потом. Надо смотреть Вова. Мародер вандал. Он тут один? Нет, двое. Двоих вижу, по крайней мере. На запуск идет целую неделю. Как считаешь, бандиты прилетели сюда на этом? Так, раз, два, трое. Троих вижу. Отлично, ребятки. Молодцы. Родина, как говорится, вас не забудет. Молот импульсный. Так, а где-то здесь был труп пацана, которого мы убили. Где он? Так, я стоял вот здесь. Вот это здесь в траве, блин, только не его искать надо. Чего-то вы на траву-то все падаете. Хрен вас найдешь потом в этой траве. Ладно, пошли дальше. Тут где-то был хрен. Черт. Где кто? Иди сюда. Высунь голову. Ладно, так тебя завалю. Так, тут шлем. Патрончики, это отлично. Где еще-то? Тут еще были ребята. Что, только двое? Да не может быть. Так, нам туда. Ручная псида.
Так, вот здесь. Блин, что-то их тут дофига. А как их убрать-то? Ну ладно, давай занимаем позиции. Здесь. И будем их отстреливать. Не охренел ли? Так вот тебе. Ага. Отвлекайте его, ребята. Все? 1890. Не, он там еще один сидит. И что это было? Я кого-то важного, что ли, убил? Или что? Как это произошло? Ладно. Теперь уж как вышло. Нет, зато патронов 250. Это прекрасно. Блин, тут мины. С ним надо очень аккуратно. Всю жизнь работал на тетю Клео. Ладно, не будем это читать. Слишком долго. Да и я как бы на стриме. Так, тут... Блин, а стоит ли оно того, чтобы это вскрывать? Давай вскроем, хрен с ним. Может, тут что есть интересное? Рад за корпоративную службу. Блин, опять эти мины. Главное на них на обратном пути не напороться. На эти мины. Так, сюда, ребятки. Есть кто? Вот он, дозорный. Лежать. Есть. Все? Вроде бы все. Блин, даже нифига не, нету у тебя ничего. Как же ты так жил-то? По дороге все растерял, походу. Так. Идите за мной, ребята. И где тут еще один труп-то был? Куда вы его дели? Так, бандит-налетчик. Спокойно, ребята.
мочить гадов. Все, всех разобрали. Какие мы, ребятки, молодцы, а? Люблю вас. Всех убрали. Просто красавцы. Да, блин, искусственный интеллект прям отличный здесь. Но эти еще, конечно, дураки, что примерно на одной линии все стояли, поэтому особо бежать никуда не пришлось. Так, туда, да? Там наверняка тоже что-то есть. Такс. Вход никто не стоит. Там наверняка охрана сидит. Да и здесь, я думаю, тоже. Пойдем глянем сначала сюда. Ты не стреляешь, я не стреляю. По рукам. О, блин, я тебя не заметил. Ты хоть и черная, но, блин. Как я тебя не заметил, а? Держи руки на виду. Что ты здесь делаешь? Тот же вопрос. Я делаю то, за что мне платят, и не более того. Меня зовут Лилиан. Дама по имени Касс наняла мой отряд как огневую поддержку. Я тут караулю подкрепление Клео. Остальное это застряли внутри, так что я не в самом плохом положении. Что же у вас тут за дело, если не секрет? Не секрет, но отвечать я не буду. Если же подробности, спрашиваю мисс Высокую Могучую, как ее там. Она в лаборатории, не может оттуда выбраться. У тебя есть с ней связь? Рацию у меня есть, да. Если замечу корабль корпорации, сообщу ей. Сразу говорю, тебе рацию не дам. Похоже, с главной это очень непросто. У нее в заднице явно что-то большое и неудобное. Постоянно теплится о правах. Треплется, привилегиях, всяком таком. Я ей сразу сказал, дамочка, просто укажите, куда стрелять. Зато и листовки на растопку хорошо идут. Я вся потная, меня поранило одно из этих чудищ. Весь день в грязи, клопы какие-то жрут. Чешется везде. Все, мне перерыв, мать вашу, есть закурить. Спасибо, братишка. День не сдался. Бывало получше, в суматохе вещь важную потерял, зато меня не сожрали, как некоторых, хоть это радует. Какую вещь? Мои чертовы сигареты. Охеренная вещь важная. Я была рядом с загоном для раптидонов, когда они вырвались на свободу. Пришлось несколько призвать их к порядку. А потом, когда проверяла, все ли руки-ноги, у меня на месте поняла, что потеряла портсигар. В чем тебя сама не сходить? Я обернулся и увидел, как двух отличных стрелков жрут ящеры. Никакой портсигар жизни не стоит. Но курить хочется. Это был юбилейный портсигар просто космоса. В честь дня основания. Не помню же, в каком году коллекционеры за такой дорого дадут. Даже не говорю, что нам придется копаться в потрохах раптидонов. Принесу, если вдруг найду по пути. Буду тебе очень благодарна. Только постарайся по пути руки ноги не потерять. Надеть сигареты. А в каком они краю эти твои сигареты? Питам. Путешествие в дым. Куда идти-то? А, один хрен туда, да? Ну и отлично. Рак. Фортуна, оружие бездны. Найди документы Антона. Нам сюда. Пошли. Так, просто и войдем, там же написано секретное. Ты только полюбуешь, прям гробница какая-то. Секретная лаборатория, ну пошли. Встретим там наверняка много чудовищ всяких.
Так, на ресепшене нас никто не встречает, значит, нас не ждут. Элитная пехотная броня. Оу. Сейчас, кстати, насчет брони. Так, терминал сломан. Папиросы. Магничка, это хорошо. Так, что у нас по броне? Тип брони большой. Ну, отлично. Мы нашли себе новый шлем. Элитная пехотная броня. Блок наук незаметности. Так, тут у нас что? Это говно. И вот это можно кому-нибудь отдать. Кому бы ее отдать-то? 18, порвать. 16, вот взлом плюс 7. Давай тебе отдадим. Там посмотрим, как оно будет у нас. Так, открыть. Тут похер, да, что открывать? Так, один только путь у нас. Сюда. Опа-на, портер. Сейчас немножко помародерствую. Кто вообще ты? Да, иди сюда. Не хочешь объяснить, что ты здесь делаешь? Знак снаружи недостаточно большой. Меня Антон послал на помощь, а ты командуешь службы безопасности. Да, так, меня зовут Портер. Если тебя послал Док Крейн, то я буду рад такой помощи. Плохо, что нам не удалось выгнать бандитов из лаборатории. Но они не смогли сбежать с другой стороны. Значит, ситуация патовая. Это пока, думаю, подкрепление к ним не придет. А ведь и к нам тоже. А еще у нас все автоматоны пошли в разнос почему-то. От автоматонов проблем больше, чем пользы. Как удается бандитов там удержать? В таком месте наверняка не один выход. Гараж и главный вход. Эти гады попали внутрь через вентиляцию, но сейчас мы ее блокировали. Они не смогут так выйти без ключ-карты. Придется забрать мою или сделать новую в моем кабинете, наверное. Искать твой кабинет. А тебе зачем это знать? Мне нужна ключ-карта. Зачем? Я спущусь вниз за этими ребятами. Хочу оказаться в ловушке за дверью, которую ты запер. Да, верно. Вот карта от моего кабинета. Отсюда налево вниз по лестнице, напротив кафетерии. Там у меня есть машина, которая делает ключ-карты. Только не перепутай там бумаги. У меня все аккуратно разложено. Чем конкретно вы здесь занимаетесь? Лично я или вся лаборатория? Лично ты. Старший инженер по ТБ. Просто слежу, чтобы сотрудники не бегали по коридорам. Обычно ничего не слышно, кроме ветра, насекомых и того, как здания медленно разваливаются. Зачем строить здесь лабораторию? Что это за место? Мама, чем-то в таком духе, не знаю. Несколько лет назад делали антибиотики. Может, туда как Крейн спросить, чем он занимается? Пока платит, какая разница? Но платит не так много. Но дело не в битах, мне нравится розовый. Ладно, мы тебя поняли. Так, боевой дрон. Так, дневник. Ликвидация бандитов. Раптидонами разобраться. Уборочная машина. Сигнал бедствия. Путешествие в дым. Короче, нам либо сюда, на засове. Заберу вас, вам это все равно не пригодится. Сломанной часовой модели 2. Так, похоже, придется пробиваться через него.
И сюда можно попасть. Тут вообще сортир. Тут ничего нет. Так, а где она портсигар-то забыла? Уронил портсигар возле уличного загона для раптидонов. Идите по дороге к югу от ее текущего местоположения. Загон, но пока ничего такого нет. Блин, сколько на него уходит патронов-то? Две обоймы прям. Так, нам надо как туда попасть. А, тут один проход. Ну, пошли. Еще один. Слушай, дай-ка тебя жахну. Да. Чтоб неповадно было. Тут наверняка таких роботов полно. Ух ты. Ух ты. Где ты? Ты охерел, друган? Где мои ребятки? Главарь банды. Чё-то не похож он на главаря. Стоп. Так, мы еще здесь не все осмотрели. Лабораторный костюм, мясо. Не мое уважение, хороший прибор. Так. Нам куда идти? Район понятно. Так, налево, либо сюда. Тут у нас что-то данные Антона. Ликвидировать бандитов. Пойдем бандитов ликвидируем. Для начала. Ага. Торговый автомат. Где торговый автомат? Здесь. Забыл, кстати, что в ящиках тоже может быть что-нибудь полезное. Только единственное, не пойму, почему эти ребята пользуются ручным оружием, когда есть стрелковая. Вот это я немножко понять не могу. Так. Что ты нам тут предлагаешь? Ну, патрончики навсегда пригодятся. Ну, это уже хлам. Это уже хлам. Так, 26, 26. Ага, кто-то у нас 9 порвати. Порвати шлем на 15.
Давай порвать и тебе и отдадим. Вот так. Наука плюс 3. 17. А Феликс у нас... Девяточка, 14, 17. Это у нас кто вообще? Замки, скрытность, убеждений. Давайте вот такой шлемачок дадим. Так, вот этот весь хлам можно... По идее продавать. Так ведь? Да. Ух ты, спектральный монокль. Это дерьмо. Так, чё б тебе тут загнать-то? Херню какую-нибудь. Ух ты. Двуручное оружие ближнего боя. Два, 24, 40, 28, 118. Это мы оставим. Длинноствол. Так, дробовик. Выкидываем. Это оставим. Что-то еще у нас есть. Так, вот эту всю хламную броню выкидываем нахер. Девять, девять, одиннадцать, 14, 16. Так, оставляем. Так, бухло это тоже нафиг продаем. Указатель разума плюс 1. Шипучка. Восстановление здоровья плюс 200. Сигареты. Блин, всякий хлам собираем. Он точно пригодится или нет? Нахер не нужно. Магничка это хорошо. Так, вот это вот. Все продаем. 5200 набрали. Тут что есть у нас? Пока больше 26 броню не находил здесь. Блин, тут еще одна дверь. Тяжелые боеприпасы нам пригодятся. Офигеть, что тут произошло? Походу, кто-то, у кого-то была вечеринка. Большая, жирная, буйная вечеринка. Так. Это понятно. Туда пойдем сюда. Тут какая-то закрытая комната. Бедные пушки, за что их так? Это жестоко. Импульсный молот. Так, тут есть крупнокалиберный пулемет, это хорошо.
Ёлка с успокоительным газом. А что мы с ним можем сделать? Так, система безопасности Аргос. Сообщение. Имя сотрудника Орсон Шоу. Финн или Оксан. Орсон-то говорил, что новые пайки безвредны. А у меня целый букет симптомов. Внезапный признак тупой диареи. Доказательство у тебя в почтовом ящике. Я забрал механические детали. Если тебя интересует, вечером должна подъехать партия дистиллятора высокой концентрации. Все, да, ну короче, ничего особо интересного. Опа-на, Кассандра Умели, и ты сюда. Замечательно, ты меня не стреляешь. Хорошее начало. День был непростой, так что сразу к делу. Материалы Крейна у меня, я их не отдам. Наверное, говорил тебе. Да, наверное, но у всех нас есть проблемы такого человеческой природы. Я сама застряла в этом ужасном месте. Ты хочешь меня убить, я не хочу умирать, поэтому я готов с тобой договориться. Помоги мне отсюда выбраться, я тебе заплачу. Ключ-карта от моей двери. Потом нужно расчистить путь отсюда. Есть два выхода, быстро и через главную дверь, но там полно охраны. Если не хочешь стрелять, попробуй договориться. Другой путь через погрузочный отсек. Придется сначала избавиться от раптов, тогда я смогу проскользнуть незамеченный. Так. Тот был, что сбежишь своим материалом, кретинами всех называл. И не будет прислужить бандит. Нужна хорошая причина, чтобы искать жизнь и жить тебя. Давай попробуем. Крейн всего лишь чужой инструмент. Добрые дела всегда вознаграждаются. Помогать мне полезно, благородно. Решай. Почему ты думаешь, что Антон чей-то инструмент? Тетя Клео использует Антона. А он пытается использовать тебя. Кем же надо тебя считать? Зато я не сижу в подземной лаборатории сеять трупы своих коллег. Справедливо. Но назначение временное. А вот ученые останутся в корпоративном рабстве. До конца жизни. Неужели ты не понимаешь? Я их освобождаю, я им помогаю. Неужели ты не хочешь оплатить мне тем же? Ладно, я тебе помогу. Ты мой первый удачи за сегодня, спасибо, я перед тобой в долгу. Что я получусь, помогу тебе. Нести себе, ты еще заплачешь мне за труд, это не значит, что мы друзья. Возможно, она к нам придет. Что я получусь, помогу? Ничего, что уходил за предел способности наемника вроде тебя. Я могу уговорить охрану уйти, но твоим людям нужно их выпустить. На самом деле, думаю, что я его так выпущу. Чтобы они перегруппироваться и устроить еще один штурм. Забудь, я не могу сейчас с тобой спорить. Если ты уговоришь охрану и открывать огонь, мои люди тоже будут вести себя тихо. Спрашивай. Что собираюсь сделать с документами? Продам их, конечно. А вот там кто-то на водку очень даже. Если я выберусь отсюда живой. Но если моему кораблю конец, придется идти пешком. Мне повезет, надеюсь. Будет решить проблем по мере проявления. Как тебя угораздило влезть в это дело? Я себе тоже этот вопрос задаю. Тактика у нас была правильная, но никакой план действий не выдерживает первого столкновения с противником. Мы действовали по наводке, нам ничего не говорилось про раптов. Стану начать действовать, как рапты оказались на свободе. Так, ладно. Еще одно задание. Так, а мы пришли от Седова. Боеприпасы везде валяются.
Так, опять нам счастливым по пятам сигнал бедствия. Джеймсона, разберите септином, ликвидируйте бандитов, подготовьте путь отхода. Видите, портер есть терминал, с помощью которого можно открыть дверь для Кассандры. Так, значит, охрана, раптидоны, ликвидируйте бандитов, пульт охраны. Пульт охраны. Пошли до пульта охраны. Блин, напугали меня. Не, где-то там этот пульт охраны. Перед с помощью ключ-карты. О, отлично. Новый объект, кабинет Портера. Интересно, оно того стоит или нет? Или хрен его знает? О, еще 10 нашли. Значит, стоило. Так, терминал. Распечатайте ключ-карту. Спасибо, что использовали. Вам спасибо, ребята. Шлем. Отлично. Блин, что-то у вас не очень густо. Так, мы какую-то херню подобрали. Тяжелая силовая броня. Шлем 21, то 26. Вдохновение плюс 3. Так, ну что ж. С этим разобрались. Теперь нам надо... открыть дверь для Кассандры. Ну, пойдем. Где она открывается? Охрана, ликвидируйте бандитов, раптидоны. И тут раптидоны. Блин, а как? Где ее дверь-то? Тут, наверное. Здесь-то не были. Бандит-снайпер. Ты что тут делаешь? Да. Проходи уже. Нифига себе. А чё это ты с нами не это? Так. Сообщение. Ничего интересного. Рапогон. Гарантированно бежит даже крупных раптидонов на срок меньше 6 часов. Возьмем. Слушай, а я же могу им воспользоваться или нет? Странные ребята. Ага, вот здесь ее открывать. Опа-на. Трое их, да? Где тут мой гранатомет? Ого.
Вы охренели, ребята, их пропустили-то. Вы чё? Чё, где? Всё? Какого хера вы их пропускаете? Я, значит, тут... стою, осматриваю достопримечательности. А они там херней занимаются. Чё они тут жрали-то хоть? Я одного уже завалил, кстати. Этот еще одного жрал. Вот тут еще можно открыть. 13 метров. Это куда ведет? Использовать непонятно куда. Ладно, пойдем бабу выручать. Наконец-то. Чем тут у вас занимался? Впервые меня так радует вид открытой двери. Надеюсь, тебе удалось расчистить путь. Погоди, у меня к тебе есть несколько вопросов. Зачем тебе с отряд понадобится нападать на базу дяди Клео? Кто больше не задает вопрос, почему? Правящие круги говорят нам, где жить, где работать, что пить. Все решения приняты за нас, про людей свободу можно забыть. Делаю потому, что могу. Потому что меня забавляет. Я получаю огромное удовольствие, нанося удар сердца корпорации. Ты с нами или чё? Хотел спросить, что ты замышляешь, но теперь же и так всё понятно. Так. Раптидоны, охрана. С охраной можно поговорить. Типа... пойдем побеседуем с охраной. Да, охрана 19 метров. Ну ладно, иди сюда. Тоже развалим. Новый уровень. Отлично. Это все? Сколько тут всякого интересного. Да, кстати, не забыть про сигареты. Это и мадам. Она сказала, что рядом с клетками для загонов. Но где они, эти клетки для загонов? Где-то внизу, да? Тут выход. Сады Роузвей. Вот он, иди сюда. Отлично его. Патроны типа не надо тратить. Так, подготовьте путь отхода. Подготовил. Типа здесь, да?
Очки навыка. Где эти рыбки? Ликвидируйте бандитов, Кассандра. Рептидоны. Не, бандитов я ликвидирую 100%. Так, тут все окей, да? Давай-ка мы всякий хлам тут спихнем. Тут все. Смотрю, как у нас тут трансляция идет. Все отлично. Так, что, спихнем тут малость. Ух ты, какой шлем, элитная пехотная броня. Это нам всегда пригодится. Сейчас что-нибудь спихнем. Хламец какой-нибудь. Так, огнемет. Огнемет? Это хорошо. Это просто прекрасно. Так. 83. Нет, 118. Это прям отлично. Мантех какой-то. Огнемет. Но у него что-то маленький урон. Очень маленький. Так, ну этот всякий хлам мы сейчас скинем. Тут еще шипучка. Блин, нахера все таскать с собой? Может, оно, конечно, и надо, но... процентов скидка. Так, значит, путь отхода подготовили. Пойдем к этой девке вернемся. Тут что? 16 и все, да? Патрончики возьмем. Так, таб, доступные очки навыков, значит. Легкое оружие на ствол тяжелое. Убеждение. А это у кого? 10 бонус поддержки, 10 феликс, 9 порвати. Скрытность, взлом. Медицина. Длинноствольная. Так, убеждение. Ну и 2 очка какой-нибудь впендюрил в медицину, например. Способности пока нет. Опыт за убийство напарниками у нас есть, это отлично. Пошли до этой мадамы. Хотел спросить, что ты замышляешь. Камера открыта, раптов больше нет, сохрань, будешь разбираться самостоятельно.
Так, охрана. Ликвидация бандитов. Рептидоны. А где охрана-то? Нам надо вернуться, короче. Вот она. Вот она, вот она. Это нам типа сюда, да? Да, хоть сохранимся. Нам за них должны опыта дать. Пошли. Инкубатор рептидонов. Смотри, какой огромный, с ума сойти. Мы туда не пойдем, правда? Как раз наоборот, мы туда пойдем. Ух ты. Кислотой шмаляет, ты смотри. Давай в очи ее нахер. Вот, ты боялась. Всех сейчас убьем нахер. Это еще один. Все. Разбелитесь с рептидонами. Ништяк. Так. Что у этого есть? Должно же что-то быть. Большая херня была, да. Но зато мы разобрались, получили опыт. Бесценный, я бы даже сказал. Так, где он оставил свои сигареты? Возле уличного загона. К югу от ее текущего местоположения возле уличного загона. Окей. Но это не уличный загон, это точно. Так, а тут-то у нас что? Сообщение. На всякий случай прочитали, вдруг какие-нибудь квесты дадут или какая-нибудь информация всплывет. Тут у нас что? А, емкость с успокоительным газом. Они тут где-то еще есть, да? Ого. Фига себе. Какашки еще этих рептидонов валяется. Не знаю, что тут все боялись, он их как хорошо развернули. Развалили. От души просто. Знак опасности. А зачем он нам, интересно? Так. У этого пацана. Тут тоже что-то есть. Да, можно не стрелять было, кстати. Так, а где я зашел? Я зашел вот здесь. Да.
Где-то тут еще один был этот баллон. Недалеко был баллон. Где он? Ладно, хрен с ним. Стоп, я пришел сюда, да? А тут тогда что? Ладно, пойдем разберемся с охраной. Договориться же надо. Пошли разберемся с охраной. Так, а здесь что? Как лаборатория вон. Ладно, сюда мы еще придем. Кабинет Портера. Нам сюда. Здесь же было все. Так ведь? Или нет? Да, вот он. За дырком не держишь. Я наблюдал через камеру. Вы с главным бандиткой очень мирно беседовали. Кажется, нам нечего друг другу сказать. Тебе лучше отсюда уйти медленно и тихо. Полегче выслушай меня. У тебя одна минута. Время прошло. Я убедил Кассандру отпустить вас. Лаборатория разгромит, персонал наполовину перебит. Ты убедил ее отпустить нас? Учитывая все, что было сделано, мне не очень хочется идти на компромисс. Весь вокруг разницы, достаточно смертей. Я должен верить, что все, что мы делали, было ценно для компании, для Дэна Крейна. Это должно оправдывать ошибки. Еще есть будущее. Думаю, мы все окажемся там, где заслужим оказаться. Что все переменные примут правильное значение. Впрочем, лучшего решения я не вижу. Ладно, черт побери, мы отступим. Вот моя ключ-карта, дает доступ ко всем помещениям. Возвращаемся в город, отлично. Ко всем, говоришь, помещениям. Я могу куда угодно зайти. И все, что угодно тут потырить. Это же прелестно. Блин, нахрена так? Цейский шлем. Вот что у него такое здесь есть, чтобы тратить на него столько? Истинная. Блин, у нее ни хрена нет, в том-то и дело. И у этого тоже ни хрена нет, да? Скрытие замков. А, ну я, кстати, ничего не потратил, это хорошо. Здесь у нас что? Серьги. Так. Он спит. Книга. И все. Так. Идем дальше. Да, надо, кстати, от хламца подизбавиться. Где тут магазин ближайший? На засове.
как эти ребят сваливают. Ого, что там случилось-то? Фига себе. Я там какие-то крики слышу. Пойдем-ка пока отсюда. Там что-то прям конкретное происходит. Наверное, напали на них эти рептилоиды, или как их там? Рапторы. Рапторы-херапторы. Так, идем. Короче. Тут кабинет. Был я здесь? Нет, не был. Сейф вскрыт, силу, содержимое раскидано вокруг. Оставшиеся бумаги относятся к самым прекращенным проектам. Разбойники забрали документы Антона. Короче, мне срочно надо эти документы забрать у этой тёлки, если она не будет сговорчивой, придется ее убрать, иначе она мне нафига нужна. Так, блокировка по тревоге. Тут ничего. Тут два автомата стоят. Давай-ка сбросим весь хлам. Шестнадцать, 19, 22, 4, 3, 16. Так. Не, ну у нас, конечно, хлама всякого полно. 159, 170. А чё у нас так много весит-то? Семнадцать, 18, 22. Двуручное оружие ближнего боя. Блок. 26 и брони большой. Ну, один вот это тогда, друг. Порвать. Ты у нас большой броню, значит, тогда вот это все можно продать. Теперь костюм 26. У тебя костюм 18. Короче, тут всю херню можно продать. Пойдем продадим. Семнадцать, 19, 16, 9, 11. Отталкивание модификации. Так, пестик. Всякий хлам мы вроде продали. Купить пока ничего покупать не будем. 145, 170. Но тут, наверное, еще костюмы. Наверняка. Дают о себе знать. Лаборатория Вона. Пошли в лабораторию. I would ask what was on your mind, but the answer is obviously me.
Ask away. С этими документами. I don't have any use for the scribblings of idiotic scientists. But whoever gave me this tip. Короче, ты их собираешься продать, да? I make it out of this place alive. And with my ship out of commission, I'll have to leave on foot and hope my luck changes. Давайте вот сделаем так. Чем ты так достала? Мы с самого рождения должны повиноваться, не задавать вопросов, не надеяться. Не писать ни о чем свыше того, что нам отмерено. Корпорация хотят, чтобы мы трудились с рождения до смерти, но им плевать, как мы живем. Так, ну это мы видели. All our choices are made for us, so we forget we ever had a choice. I am doing this because I can. Because it thrills me. Because I have been asking myself the same question. Our tactics were sound, but no battle plan survives contact with the enemy. We were acting on a good tip. So you have. Большое спасибо. I am much obliged. And now, if you don't mind, покинь поддавшее мне место. Тебе придется отдать документы. Неужели, пожалуйста, скажи, зачем мне это делать? Пришлось проверить, да, ничего не стоит, уж поверь мне. Убеждение, ты ведь не хочешь, чтобы с твоего назначенного аккаунта мне пришлось из-за тебя задержаться. Нельзя случиться что-то очень плохое. Убеждение. Ложь, пришлось проверить. Да, ничего не стоит, уж поверь мне. Проклятие, надо было такого ожидать. Вот, держи чертов документ, скажи Крейн, пусть подавится ими. И не спасай жизнь бесплатно. Уже нельзя доверять тем, кто работает бесплатно. Ну-ка, сам подкинь хоть что-то на помощь сироткам. Запугивай, я точно знаю, что ты можешь. Сиротки, теперь вы себя так называете, вот, никто не скажет, что я не благодарю за сделанную работу. Отлично, грабанули чувиху. Так, теперь, что у нас там с заданиями? Поговорить с Антоном. Ликвидируйте бандитов, все мы сделали. Найти документы, подготовьте путь отхода. Поищить секрет в розы, поищить смотри, чтобы найти корпоративный секрет, который может будет продать подороже на аукционе при помощи Гладис. Где эти сраные сигареты? Пойдем до них. Бежала чувиха. Так, ладно, это мы потом пойдем до лаборатории. Инкубатор. Лаборатория вон. В лаборатории я еще не был. Пойдем до нее. Да, вот. Тут же наверняка что-то есть интересное. Никогда не понял, что скажу это, но босс, даже рептидоны такого не заслуживают, наверное, хотел сказать. Секреты. Черт. Может, какие-нибудь секреты есть. Повторить калибровку. Наука 45. Так. А что у нас с наукой? Персонаж науки. 34. А нас ничего науку не повышает.
Наука, наука. Нужно 45, то есть плюс 11. Плюс 11. Взлом. Решительность. Так, наука не повышает, ничего тут. Базовое здоровье, восстановление здоровья. 2 минуты действует. Ну вдруг что-нибудь. На науку влияет. Восстановление плюс 200. Блин, ни хрена, тут походу ничего нет. С наукой связанное. Очень жаль. Данное выследование тети Клео. Так. Ну что тут нажать не надо? Или можете куда-то воткнуть? Можно. Книга. Данное выследование тети Клео. Ну, может быть, это оно? Нам бы тогда что-нибудь бы высветил здесь. Показать журнал эксперимента. Найдите результаты исследования. Вон. Поищите секреты Роузвей. Учитель. Так, это я тут типа был, да? Блин, и больше тут нихера нет. Жаль. Науку я не прокачал. Должным образом. Так, портсигар. Пошли искать портсигар. Где-то же он должен быть. Гаденыш такой. Блин, он там. Но тут, короче, поговорить с Антоном и путешествие в дым. Просите жителей. Бак с кислотой. Удумал Брэдфорда. А это куда? Тоже туда. Ну пошли. Чё? Сады Роузвей. Пойдём, я сейчас... Найдем ее стороны портсигар.
Тут наверняка сейчас будем биться. Ага, вон этот загончик. Ну пойдем. Померяемся силами. Бандит-снайпер. А чё это они с нами не это? Они, короче, с нами не конфликтуют пока что. Ну и нам лучше. Тем лучше для нас. Черт, мины. Подробно об изъянах. Просто космос видит вас изъян. Время путешествия с вашим персонажем может случиться что-то такое, из-за чего возникло предложение об изъяне. Примите изъян не обязательно, если вы согласитесь, получите способность. Получит способность. Награда. Постоянное сотрясение. Сейчас убили по голове, поэтому ваша способность снижена навсегда. Показатель разум минус один, награда очко. Одно очко способности. Нафиг. Идите в жопу. Я сам свои очки способности заработаю. Раптидон мучитель. Жаль, эти баллоны нельзя было взорвать, хотя они бы не взорвались бы. Где твой сраный портсигар? Портсигар сделан из металла. Надежда внутрь стального питания, кишки видны, миллилиан. Готовлено по закону за просто космос в честь юбилея основания колонии. Чтоб почесть всех, кто был потерян вместе с надеждой. Найдите. Нехило она такого затеряла в каком месте. Интересном. Че, погнали? Тут что-нибудь есть интересное? О, можно сюда было зайти. Хотя здорово, а как я сюда зайду? Я бы никак бы не зашел. Че, перегружен, да, получается? Получается, перегружен. Слишком до хрена нахватал. Ладно, пойдем. Я буду жадный. Тут не так уж и много осталось дойти, чтобы... Не, вот эта штучка классная. Бьет на раз.
Тут у нас что? А, ну мы же здесь были. А там она нас, походу, не впускала. Ну и ничего, если что, еще раз с отсюда зайдем. А нам там уже по факту ничего не нужно. Можно вон туда сходить. Парвати-пати. Seriously, don't get yourself killed. Я нашел твой портсигар. Старайся не появиться. Хороший портсигар. Да ладно, забирай. Если мне бы удалось его добыть, а тебе нет, то ты забрать у меня не сможешь. Неплохо, вот тебе за труды. Спасибо. Так, где эти автоматы? Автоматы тут рядом. Вот, сейчас все сгрузим. Весь хлам чанский, который нарыть удалось. Сто десять, 107, нифига себе. Какие у нас пуколки. Еще и модифицировать даже можно. Вот это да. Тяжелое оружие. Поваренная книга монархиста. 110 урона. Так, ладно. Маска какая-то. Быстрохват. Шкура. Сто семьдесят. Да глянь, я нихера не продал. А чё ж я такого нахватал-то? Интересно. Этот вес не имеет. Не, ну а реально, а чё я такого нахватал-то? Целительный раствор для инъекций. Так, давай все-таки, Феликс, тебе 95, 110, вот, отлично. Тебя уже 91. Вот есть штучка классная. Теперь порвати. 107. 118. Вот. Плазменная винтовка. Джок. 52, 71 урон в секунду. Тяжелое оружие. Так, вот это можно продать. А что с собой таскать? Всякое говно, как говорится. Тоже продаем. Вот это продаем. Коктейльный пластырь.
Не, ну это хрен его знает. Тут они же небольшие эти модификации. Выкуп. Три. А эти вес вообще не имеют. Вот эти весят по полкило. Так. Чего у нас очень много? У нас много вот этих вот инъекций. Базовое здоровье плюс 25%. 30 килограмм. Так, продаем. Они, правда, нихера не весит. А чё же у нас дофига весит-то? Такого. Не, ну, допустим, броня тоже весит неплохо. Вот это, кстати, 15 килограмм весит. Зачем она нам нужна? Давай продадим. 15 килограмм. 5. Так, отлично. Ну вот. 138-107. Все, вот уже более-менее. Хладец Дюндой Теннисон. С Антоном поговорить. Просить жителей Розовей спасите Джеймсона. Где он, этот Джеймсон? 20 метров до него. Стоп. Он, короче, где-то. Он, наверное, наверху как раз и есть. Да? Нет. Он где-то еще. А что на той стороне? Ух, ёпрста. Ну ладно, пошли. Коротким путем. Надо посмотреть, что там. Я же хотел посмотреть. Охренительно. Смотрел, блин. Так посмотрел, что теперь. Что делать-то? Давай пойдем посмотрим. Мы, скорее всего, больше сюда никогда не придем. Может, оно и не надо сюда приходить. Тут секретный вход просто. Ну, так неинтересно. Секретный вход в лабораторию. Да, да ладно, пошли отсюда. Тогда нам тут более делать, как говорится, нечего.
блин, кто у вас, кто вот эти вот ящики все? О, зомби же какой-то. Шкатулочку, что ли, какой-то нашел. Блин. Как тут идти? Надо было по дороге идти, а то сейчас в каких-нибудь текстурах тут застряну, не дай бог. Так. Ну, с этими... Справиться особо труда не заставит. Нападаем быстро. Давай, вали его нахер. Конечно, все окей. Чё ж не окей-то? Штурмовая винтовка. Сейчас со всех трупов помародерствуем. Блин, тут аж мухи. А, нет, тьфу. Не мухи, от меня искры. Так, этот хрен здесь, да? Тусит. Трусит. Как думаешь, наткнемся на результат каких-нибудь жутких экспериментов? Конечно, наткнемся. Так, чё, всё? Больше тут никого нет. Блин, чё это я не смог зайти-то нормально. Вот тут еще один. Это уже робот пошустрее. Богом забытый ящичек. Черт, опять. Опять я весь переполненный. Тут есть путь наверх, пойдем туда еще сходим. Вход. Ну, пошли, зайдем. Лаборатория тетушкиных антибиотиков. Надеюсь, здесь будут автоматы. Переключаемся. Где кто? Куда все делись-то? Где вы есть-то, ребята? Куда-то убежали, где были, непонятно. Ладно, будем надеяться, что вы не зря тратили время. Все разрушено. Какой-то крем от загара висит. Космодым. Еще один терминал. Это нам пригодится. Так, меня интересует. Очень интересует.
где здесь автомат? Наверняка здесь должен быть. Куда я могу что-нибудь сбагрить? По пятам задание обновлено. Наверное, его помощник. Сожрали его. Очки навыков способностей. Персонаж способности. Грозоподъемность нельзя еще увеличить. Увеличить бонус к максимальной грозоподъемности от ваших напарников. Бонус к максимальной грозоподъемности от так как плюс 40 килограмм. Так. Ну давай вот так вот еще сделаем. Применить. Так, навыки. Еще 10 очков. Убеждение, ложь, медицина, наука, инженерия. Так, открывать третью ячейку для препарата в ингаляторе. Третью ячейку. Одноручное оружие ближнего боя. А у меня, кстати, какое оружие? Одноручное или двуручное? Одноручное ближнего боя. Ну давай подтянем, что ли. Репутация. Че он какой чек открывает? Ага. Единица. Мединголятор. 25%. Тут где-то был 200%. Здоровье восстанавливает. Вот. А че, получается все? Мы все сделали. Помощник его не выжил. Слово совсем. Помощник не выжил. Так, тут есть еще внизу. Все получается. Да, получается все. А тут что? Просто трупы. Этот сгорел. Ого, тут открыть нельзя. 40-36 навык взлома. Взлом. Скрытием замков 20-36. Элитная пехотная броня. А если я сниму ее? Один, допустим. Вот так. Что у меня будет со взломом? О, можно скрыть.
вот. Вот и автомат. То, что доктор прописал. Да, вскрытие замков – это очень необходимая вещь в наше время. Так, а здесь что? Снятие блокировки в дверь. И все. Пароль от склада. Тут что ли склад? Несущая стена. Офигеть. Это склад такой. Валил его нафиг. Всё. Мародер. Так, это хорошо, что мы можем вскрывать все. You know more than others. Ну, тут получается все. Больше здесь ничего нет. Интересно, погоди, наверху что-то есть. Тут я был. А это самая блокировочная дверь, что ли, или нет? Нет. Какая-то дверь была, кстати, заперта. Не помню, какая. Какая-то из них. Ладно, давай скинем хлам. Винтовка бластерная. 44. 21. Тридцать семь. 44. Так, тут все получается. Так, главное свою броню хорошую не продать. А то, блин. Шлем. Какой я из них был-то? Точно не в этой. 14 шлем, 16 шлем. 19, 22. Блок уклонения. Навыки незаметности. Вести минус 5. Вот.
Навыки не заметности, я, по-моему, в этой вот был. Тут всякая херня. Браслеты. Зажигалка. Так, ну я был вот в этой штуке. Да. А, вот он, наверное, склад-то. Капсула. И чё, это весь склад? Да тут нихера нет. Так зря ходил. Ладно, перемещаемся в Roseway. Посадочная площадка. Пусть каждые 20 очков в навыке открывается новый бонус или улучшение этого навыка. В описании навыков. Так. Нам сюда. Там выбросил лабораторию, что там такого, за что бы стоило умирать? Так они ушли? Какая от вас вообще польза? Ты ведь получаешь то, за что платишь. Док Крейн лучше переступить через себя. Дурак Портер и его подручные оказались еще бесполезнее, чем я думал. Они покинули свой пост. Безумие. Я должен убедить бандитов в том, что им будет куда безопаснее уйти. А мои документы, пожалуйста, скажите, что вам удалось их спасти. Да, вот они. Даже не представляете, насколько сильно мне помогли. Он должен найти Джеймсона, помощника. Джеймсон, я ведь несправедливо поступил, да? Думаешь о том, повредит ли он моим исследованиям или поможет? Так. Вам ведь было на все плевать, да, и все дело в ваших амбициях. Ничего не понимает, прежде всего, меня. Я в лаборатории попался из ваших экспериментов. Смотри, что за эксперимент. Газовый хроматограф. Перечитал рапидон, подключен к вакууматору. Теперь вы понимаете, с чем вы должны иметь дело. Мои коллеги готовы заниматься чем угодно, только не работой. Нужно будет об этом разобраться. До сих пор не понимаю, зачем вся эта секретность. Привозить рапидонов на Терру совершенно незаконно. Но на монархии над рапидонами или слишком важные исследования, чтобы их забросить, поэтому мы здесь. Неужели корпорация не пришла к вам на помощь? Вы не представляете, как все устроено, да? Если тетя Клео свяжет с тем, что мы здесь сделали, корпорация погибнет. Plausible deniability is everything. Так, всем выходим за грань дозволенным закон, когда хотим чего-то добиться, но главное в этом деле не попадаться. Возможно, пропада подумает отрицать свое участие, наше все. I suppose you've earned it. Как вы здесь оказались, я вырос в городке просто космоса. Это был мой личный ад. На тестировании я показал хороший результат, так что мне назначили научную карьеру. Мне не хотелось возвращаться туда после обучения. Я не испытывал желания всю жизнь провести в поисках новых способов производства бесполезных товаров. Товарищи посчитали подобное предательством, но я хотел чего-то большего, чего-то осмысленного. Например, разработка диетической зубной пасты.
Особенно опасно улучшает качество жизни, прощая боль. Кроме того, это лишь средство достижения цели. Почему они это считали предательством? Страх, зависть, вера в какой-то всеобщий план. Людям нельзя искать лучшую жизнь, но каждый бы это сделал, если бы предоставилась возможность. Так. Ну, я, получается, что сделал. Так. Сигнал бедствия. Ищите секреты в Роузвей. Вы добыли из корпоративных секретов. Смотрите Роузвей, чтобы найти корпоративный секрет, который можно будет продать подороже на аукционе при помощи Глэйд. Сначала стоит побеседовать с учеными в поселении. Так, ученые в поселении. Где бы их только найти тут? Этих ученых в поселении. You're underestimating the importance of the eighth back. Blankenship. She's okay. Ученые в поселении. Всем безопасно, я просто поклонов, которого всем персонал рекомендует звонить в свои рабочие места. Докладывать. Всем вход, добро пожаловать, Антон. Запись в дневнике. Сортир. Так, что здесь у нас хорошего? Все забрали. Так, верстак. Модифицировать. Попробуем вот это модифицировать. Быстрохват. Урон в минуту. Скорость атаки ближний бой плюс 15%. Крепкохват. Прочность оружия ближнего боя плюс 25. Нет, мы вот это вот возьмем. Да. Вот это вот ништяк. А здесь что, клинок? Мистер Ой, урон от сильного удара. Установить модификацию. Мистер Ой. Модификация оружия ближнего боя. Так, увеличивает урон от сильного удара. Мистер Ой, урон от сильного удара плюс 20%. Так, теперь. Какие у нас еще оружия есть? Импульсный молот. Прочность оружия. Нет. А тут у нас... Снаряды. Урон в минуту. Выстрел в минуту. Размер магазина. Так, а здесь что у нас? Прицел яблочко. Дальность поражения плюс 25%. Нет, это нам не надо. Здесь у нас что? Плазменный электрический. Не. Не будем эту оптику превращать в гранатомет. Что у нас с гранатометом? Урон крит удара. Размер магазина. Да. Глушитель тихий шепот.
Так, что еще? У нас есть крупнокалиберный пулемет. Дальность шума, урон крит удара. Тип урона плазменный. Нет, походу больше ничего интересного нет. Плазменная установка джук. Во. Вот это вот интересная штука. Вот это вот интересная вещь. Гранатомет. 105 урона. А вот это вот. Вот это вот у нас отличная вещь. У нас с гранатометом? Нет, это сидит пускай. Так, хорошо. Значит, надо поговорить с учеными. Ну что ж, пошли. Побеседуем. Так, типа я сюда зашел. Вот эти штучки мне всегда пригодятся. Помародерствуем тут мальца. Я думаю, ребят, не обидится, если чё. Да. Ван Кортес, ученый. Ты нашел время к нам заглянуть? Я Ван Кортес. Доктор Ван Кортес. Можно просто Ван, я не шучу. А где ты был во время нападения бандитов? В главной лаборатории я дал дёру, когда понял, что слышу не хлопки предохранителей, а выстрелы. Мы здесь торчим, не знаю, несколько часов, куча времени. У меня там работа ждет. Ни одна работа не стоит жизни. Доктор Крейн с тобой поспорил, а вот я, когда нас открыли пальбу, я первым же унес ноги. Я успел закончить эксперимент, я над ним давно работал. Важная штука, просто прорыв, понимаешь? Ты уже был в лаборатории? Я, кажется, совершенно случайно захватил с собой результат моей работы. Конечно, теперь они у Антона. Что, черт побери, да ты хоть представляешь? Через что мне пришлось? Зачем ты это сделал? Мне не было знать, что это твое. Я просто взял, что там было. Ничего не забыл. Это похоже, что пытался держать его в неведении. После всего, что случилось, ты сейчас спрашиваешь, почему я предпочел становиться квинтроптиданами. А спроси кого-нибудь, не судьба? Конечно, у Антона. Okay. Ладно, не все так плохо. Если ты не знал, чье оборудование, значит, Крейн тоже не узнает. Пехотинец корпорации. Так, а что у них тут есть? Купить. Тяжеленькие патрончики нам всегда нужны. Не, ну охренел, что такие предъявы действительно накидал. Типа, какого хера? А я откуда знал? Ладно, тут красть ничего не будем. Объект продавец Борова. Где он? Че за вас никто ничего не собирает-то? Феликс. Это наш чувак. Иди-ка на корабль. Не. Делать джинс. Я думаю, что тебе можешь здесь ходить, охрана тебя погонит в шею.
Хочешь себе побаловать, пока не ушел? Может, что-нибудь пригодится в дороге? Найдется время ответить на пару вопросов. Конечно, все равно клиентов почти нет. Тебе не дает продавать одну тетю Клео. Ну, сказать, чтобы продукция тети Клео удовлетворяет все наши пищевые потребности. По крайней мере, удовлетворяла. Родители кладовка была доверху набит продуктами от тети Клео. В последнее время ассортимент нас не очень. Одна, три прикольные пасты, да кекчуп. Если повезет. Почему это место называется Бар 17? Я так рад, что спросил. Некоторые считают это название отсылок к 17 ступеням официальной карьерной лестницы корпорации тети Клео. Как же они не правы. За последние 40 лет нас успели 17 раз открыть, закрыть, переименовать, а потом снова открыть. Корпорация не утвердила нового названия. В комиссии до сих пор ведут жаркие споры, но ожидается, что решение будет принято в ближайшие 5-7 лет. Супер, да? Покажи товары. Хочешь смыть одежды кровь рептидонов? Да, было бы чем смывать. Ученый. И с какими что-то учеными можно поговорить? Не, ну реально, тут написано поговори с учеными, а с кем разговаривать-то? Хер его знает. Ты, может быть? Бандит, я полагаю, будь так вылетать, не закончить, а потом не растягивать удовольствие, пожалуйста. Разве не заодно с тем дикарем, который нападали на лабораторию? Разве пришли не ограбить нас и оставить наше тело на съедение рептидоном? Я пришел на помощь. Что ж, удачи. И все, похоже, ученые больше не замечают вашего присутствия. О, вы еще здесь? Вы уже говорили с Антоном? Если нет, обратитесь к нему, он подскажет, куда вам идти. Чем вы здесь занимаетесь? Сами как думаете, я работаю над созданием устройства индивидуальной защиты? Вернее, пытаюсь. Я, конечно, да, пожалуй, так и сделаю. Спасибо. Уэль смертоносно, вообще можно таким заниматься? Разумеется, нет. Но Портер и его невежи отвлеклись на бандитов, а Антон только делает, что все время хватается за голову. Мне как раз можно поработать. Помощь нужна? Нет, вернее, да, хотя нет, возможно. Я оставил схемы на складе. Насколько мне известно, начальник службы безопасности их еще не нашел. Готов признать, мне будет спокойнее, если они снова окажутся у меня. Конечно, я поищу подробнее. Когда он только начал работать здесь, я нашел совершенствованный пистолет, но он сломан. Схемы помогут мне снабдить пистолет с тем выброса перегретого воздуха, тогда он будет с легкостью прожигать шкуру рептидонов. Не находится склад. С верхними воротами есть дорога, идите по ней. Склад слева за старой лабораторией. Я поищу. А вы сочинит с собой тюбик термопасты. Проклятие, что ж удачно, если вы вернете живым невредимым. Так. Добыть чертежи оружия, чертежи Орсона. Наверняка заинтересует Глэдис. Чертежи Орсона. Так. Погнали. Так, так, так. Ты безнадежный. Склад. Молот вулкана. Сигнал бедствия.
Так. Короче, налево надо идти. 300 метров. Схемы и Гладис. Но мы за схемами. Ох, ё. Ну пойдем помочь им, что теперь. Сохраняем игру. Так. Куда ты убежал? И есть контакт. Где еще? Отлично. Пошли дальше. Схемы. Ну, кстати, немножечко до 13 уровня осталось. Блин, ну какая ж тут тишина. О, еще один кандидат. Стоять! Черт вас побрал. Где этот хрен? Блин, мины что ли? Фух. Да, тут реально мины опять. Так, вот он склад. Блин, а чё ж тот раз за звуки были, когда охранники выходили из лаборатории? Понял. Держи, лови его. Ну. Всех развалили, отлично. Так, походу нам куда-то вниз надо идти. Чтобы найти, где этот низ. Лестница наверх идет. А, не, стоп. Нам сюда. Так, так, так. Открывается дверь. Стоп. Нет, на, все-таки вниз. Чё ты там говоришь? Перейти с помощью пароля от склада. Так. Сколько тут всякого добра, интересно. Бак с кислотой. А, я нашел бак с кислотой. Вот это мне повезло. Мне реально повезло.
Так. Схема 10 метров. Должно идти что-то куда-то вниз. Ага, вот она. Отлично. Пошли. Охрана. Целый город сосранцев бывает же. Журнал техобслуживания. Тут ничего. Блин, а бак с кислотой, это кому же был нужен-то? За робот такой. Может, реально не стоит на него тратить. 13 уровень. Ты чё, друг? Поднимайся. Так. Схема пистолета Оплот. Найдите схему Орсона. Чё за капсула? Не, блин, как мне повезло-то, я нашел эту херню. Это прям вообще... Так, получается тут все, да, возвращаемся туда назад. Очки навыков потом распределим. Где еще кто? Давайте, дохните, твари. Всех разобрали, блин, какие молодцы, да, ребятушки. Какие прям реально молодцы. Так. Сейчас еще с трупов тут соберем. Надо валить. Ищите секреты в Роузвей. Вернитесь на Гладис. Вернитесь к Орсону. Найдите схему Орсона. Оружие бездны.
Вернитесь к Корсону. Куда идти? А вот он здесь. Привет. Здравствуйте, кажется, я вас где-то видел. Мы не знакомы. Ну да, вы просили меня перенести со склада схем вашего прототипа. А, точно, прекрасно. Вы уже все сделали. О, какое облегчение. Вы держите в руках плоды многих месяцев труда. Постойте-ка, продукция, плод контрабанда. Почему не сдали схемы? Антон без раздумий вручил бы их. Портеру такое расточительство было бы непростительным. Это очень ценные схемы, я могу продать их за большие деньги. Может, там ошибы эксперименты. Вы это правда, контрабанда в цене у местных бездельников. Да будет так, я куплю их у вас. Вообще-то у меня уже есть на примете покупать, так что я их придержу. Передать схемы. Давай не отдадим. Ожидаемо, вы таковы. Риски, когда привлекаешь наемников, оставить я вас никак не смогу. Без схем... Я не смогу отремонтировать пистолет. Что мне теперь делать с этим хламом? Я могу купить схем за небольшую сумму. Не похоже, чтобы не оставлю свой выбор. Вот, держите. Теперь ходите, не хочу больше терпеть ваше присутствие. Кстати, нам больше не о чем говорить. Так, ну я что, получается, сделал-то? Провальный молот вулкана. Так. Ну, в принципе, все. Сохраняемся. Остальное добьем в следующий раз. Сколько мы уже стримим? 3 часа. Нормально. Так, спасибо всем, кто смотрел. Подписываемся на канал, не забываем ставить лайки. И до следующего прохождения The Outer Worlds. Всем пока.